Всем привет! Сегодня мы рисуем по клеточкам. У меня приготовлен тетрадный лист в клетку. Мы будем рисовать рыбку из мультфильма диснеевского. А как ее зовут, напиши в комментариях. Мы начинаем. От края левого листа отступим. Пусть будет сколько? Давай 16 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Еще больше. 17, 18, 19, 20. Пусть будет 20 клеточек вправо. И вверх отступим 3 клеточки. Поставим точку. Из нее мы начнем рисовать. Из точки проведем карандашком 3 клеточки вправо. Одну вверх, одну вправо, одну вверх, две вправо, одну вверх, одну вправо, две вверх, четыре вправо, две вверх, одну влево, одну вверх, три влево, одну вниз, одну влево, пять вверх, одну влево, две вверх, две вправо, одну вверх, одну влево, одну вверх, две влево, одну вверх, одну вправо, одну вверх, две влево, одну вниз, одну влево, одну вверх, три влево, одну вниз, две влево, одну вниз, одну влево, одну вниз, одну влево, одну вниз, одну влево, одну вниз, одну влево, одну вниз, две влево, одну вверх, одну влево, одну вверх, три влево, одну вниз, одну вправо, две вниз, одну вправо, одну вниз, одну влево, три вниз, две вправо, одну вверх, две вправо, одну вниз, одну вправо, одну вниз, одну влево, одну вниз, две влево, три вниз, три вправо, одну вверх, одну вправо, одну вверх, одну вправо, одну вниз, одну вправо, одну вниз, две вправо, одну вниз, две вправо, одну вниз. Контур мы нарисовали, и теперь начнем раскрашивать по рядочкам. Нижний ряд, три клеточки мы закрашиваем желтым. Следующий ряд мы тоже весь закрашиваем желтым. В следующем ряду пять клеточек закрашиваем желтым. Две клеточки закрашиваем красным. Три клеточки закрашиваем желтым. Переходим в следующий ряд и закрашиваем 5 клеточек. Нет, 6 клеточек желтым. Три клеточки красным. Три клеточки желтым. Так, у нас вот здесь вот плавничок был, надо голубым. Мы немножко тут пропустили, вот самый нижний. Это у нас голубой. Плавник голубой вот такой вот. И в этом рядочке у нас будет одна клеточка голубая. Одна клеточка будет синяя. И две клеточки голубые. Вот, теперь мы догнались. И у нас следующий рядок, да, в этом. Мы закрашиваем три клеточки голубые. Одну клеточку синюю. Одну клеточку голубую, пять клеточек желтых, одна клеточка красная, остальные в этом рядочке желтые. Переходим в следующий ряд. Две клеточки голубые, одна клеточка синяя, одна клеточка голубая, одиннадцать клеточек, кажется, желтых. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 11 клеточек желтых. Одна клеточка синяя. Три клеточки голубые. Переходим в следующий рядок. И у нас будет 7 клеточек желтых. Так, 7 клеточек желтых. Одну пропускаем, белую оставляем. Одну клеточку закрашиваем зеленым. Одну клеточку желтым. Одну клеточку пропускаем. Одну клеточку зеленым. Одну клеточку желтым.
одну клеточку голубой, три клеточки синим, одну клеточку голубой. Переходим в следующий рядок. Значит, здесь у нас будет 5 клеточек желтым. Одна клеточка синим. Две клеточки желтым. Две пропускаем клеточки, одну закрашиваем желтым. Опять две пропускаем, одну закрашиваем желтым. И в этом же рядочке, вот здесь плавник, у нас три голубые клеточки вот тут. Переходим в следующий ряд. А, кстати, вот тут у нас тоже две клеточки голубые. Переходим в следующий ряд. Три клеточки голубые. Три клеточки желтые. Одна клеточка синяя. Одна клеточка желтая. Две клеточки синие. Остальные клеточки желтые в этом рядочке. Так. Переходим в следующий ряд. Итак, у нас три клеточки синие. Одна клеточка желтая. Одна клеточка синяя. Одна клеточка желтая. Одна клеточка синяя. Одна клеточка желтая. Две клеточки синие. Остальные клеточки желтые в этом рядочке. Переходим в следующий рядок. Две клеточки голубые. Одна желтая. Одна синяя. Одна желтая. Одна синяя. Вот, в принципе, вот можно сразу вот этот ряд закрасить, одну оставить вот здесь клеточку. То есть вот так вот вверх три клеточки закрасить. Вот здесь. Вот, а верхняя она будет голубая. Вот здесь. То же самое. Ну, а дальше мы не будем, потому что там можно запутаться. Значит, мы перешли в этот следующий рядок, да, вот здесь вот. Здесь у нас идут одна клеточка желтая, две клеточки синие и остальные клеточки желтые. В этом рядочке. Переходим в следующий ряд. Здесь у нас идут три клеточки синие. Одна клеточка голубая, две клеточки желтые. Так, здесь мы уже закрасили, одна клеточка у нас синяя, теперь опять одна желтая, две синие, и остальные клеточки желтые. Переходим в следующий ряд. Три клеточки голубые. Здесь у нас две пропущенные, да? Одна клеточка вот эта вот голубая. Здесь мы уже закрасили, одна у нас синяя, одна желтая. Теперь мы закрашиваем три клеточки синим. Остальные в этом рядочке идут желтые клеточки. Переходим в следующий ряд. Вот эти вот на хвосту у рыбки три клеточки последние на хвостике синие. Дальше у нас идет промежуток пропущенных клеточек. И здесь вот у нас крайняя клеточка здесь голубая. Потом у нас идет клеточка синяя. Вот здесь. Дальше одна клеточка желтая. После этого мы закрашиваем три клеточки синие. Две клеточки желтые. Одна клеточка синяя. Одна клеточка желтая. И одна клеточка синяя. Переходим в следующий ряд. Значит, с края вот здесь у нас идет одна клеточка синяя. Потом три клеточки голубые. Три клеточки синие. Одна клеточка голубая. Одна клеточка синяя. Три клеточки голубые. Переходим в следующий ряд. Две клеточки голубые. Две клеточки синие.
Остальные клеточки в этом ряду голубые. Переходим в следующий ряд. Одна клеточка голубая. Две клеточки синие. Остальные клеточки в этом ряду голубые. Переходим в последний ряд. Одна клеточка синяя. И остальные клеточки голубые. Две вот здесь и две вот здесь. Вот такая получилась рыбка. Напишите обязательно, как зовут эту рыбку, если вы знаете, в комментариях. И, конечно, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. А сейчас пока-пока.